Так, сейчас мы какой-то смузи необычно будем делать. Я не знаю, насколько он вкусный, но чисто джекарта и говорят. И, наверное, кое-что я вырежу отсюда, потому что... Ну, в общем, что? Что нам для этого надо? Банан целый. Хлопья овсяные, семена чиа. Вместо кокосового молока кокосовые сливки, разбавленные водой. И семена льна. Ну, я замачивала, не знаю, если есть. Ну, есть, да, я сейчас водичку солью. Потом лед и вода, и все это взбиваем. А еще протеин. У меня нет протеина, я его как-то не очень люблю. И потом покажу, что получилось. Попробую, расскажу, можно ли это пить или нельзя. Все, увидимся. Так, еще щепоточку зеленого матча, ну, чая матча. Ну что, вы готовы, детки? Давайте пробовать. Ну, давайте сначала измельчим. Ну что, можно, конечно, и неактивное дрожжи сверху, но я не знаю. Ну, пойдет и так, сейчас пробуем. Вкусно. Могу посоветовать. Все размельчилось очень хорошо. Все, приятного аппетита!